Whoa. Oh, shit. Ну, вытернут ее. Я пользуюсь Ростелекомом, то есть не стоит. Да, меня все устраивает. Делать своего района. То есть это не значит, что... Опа, опа, блядь. Опа. И второго еще. И пиздец. И ёбаные олени. Ёбаные олени. Каза, лет, Чиро. Эру ли дорми, бедя, грустно. Свелли, ми дичо, но, но, стай а летто, но надо работать. Йокна! C'è bisogno, allora intanto viola, dove siamo? Non lo so. Долбоё, блядь! Я очень спокойно, кстати, вчера говорила. Ну, с обзывательствами просто. Нет, пока она не начала блядь! Ну как так-то? Блин, он просто тормозил. Да нет, ну а что, нормально. Ну, пролетать, что ли, в него это... Зазевался, чувак, конкретно. Ну, ты виноват кто? Ну, кто виноват? На этом, на дырчик. Конечно. Еще и в Чеха, да? Для этого он ее просто не растаможен. Yes, connected.
I don't know if it's a 1046 or a 1050, it's about 50 yards behind me. It's really on high. Just past the green overhead sign. The bag's right in there. Sunlighter Street, 41 southbound north of Winchester, medium side. Ten fifty. Semi versus car, no injury.